Дьявол тебя искушает. У него работа такая. Но в конце концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. Конечно, ты будешь совершать ошибки, это неизбежно, но ты найдешь правильный путь, если откроешь Богу свое сердце. Самуил Яковлевич Маршак, мальчик из села Поповки. Среди сугробов и ворон, сумя разрушенным дотла, ты зазмурившись ребенок, последний гражданин села, испуганный котенок белый, обломки печки и трубы, и это все, что уцелело от бедной жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес, при нем избу его спалили, угнали маму со двора, и напих в этой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу, да кровь пролитую в Поповке из-за ребенка на снегу. Ты сказал мне, что хочешь быть кем-то, и я научу тебя, как быть настоящим воином.